российские разработчики, наша компания уже 30 лет. Собственно, особенностью нашей компании является то, что мы предлагаем заказчику не просто канистру с раствором, мы предлагаем заказчику технологический процесс, который мы поставляем вместе и внедряем вместе со своим оборудованием. То есть это симбиоз работы конструктора, технолога. Таким образом мы получаем результат. Выставка – это всегда возможность личных встреч. Вообще выставка – это всегда праздник для заказчика и для поставщика. Выставка – это возможность встретиться, обсудить задачи на будущее, какие-то вопросы, которые возникают в ходе работ. Поэтому для нас, учитывая то, что все наши заказчики разбросаны по всей стране, для нас это, конечно, огромная и хорошая возможность со всеми встретиться в Москве вот в этот период, в апреле. Обычно все так вот и планируют. Я очень скептически относилась к тому, какой будет наша выставка в 2021 году. Я не буду этого скрывать. Мы принимали решение очень долго и до последнего в этом сомневались. И сказать, что были сформулированы какие-то цели, я не могу, потому что было настолько чаша весов все время склонялась в разные стороны, что мы не понимали, сможем ли мы получить вот этот вот результат, которого мы ждем. Мы боялись, что не будет людей, что будет мало коллег наших. Мы боялись, что это будут пустые коридоры, что мы будем разговаривать друг с другом. И вот этот год изоляции, конечно, наложил отпечаток на нашу подготовку. Но я должна сказать, что я очень счастлива признать, что мы действительно все соскучились друг по другу. Мы настолько рады друг друга видеть, несмотря на маски, перчатки, все меры защиты, которые мы обязаны сейчас принимать. Это просто счастье пожать руки друг другу, обняться и опять увидеть глаза наших заказчиков. И вот оставить этот формат общения нам как наш традиционный формат. Не хочется ни видеосвязи, ни зумов, ничего не хочется. Хочется встречаться, говорить, вместе что-то обсуждать. Вот это общение, наверное, стало самым главным прорывом в этой выставке. А маркетинговая стратегия у нас обычно всегда одна. Каждую выставку мы стараемся чем-то удивить нашего заказчика. Мы компания производственная, и каждый год у нас есть планы по развитию и по созданию каких-то новых продуктов. И если посмотреть всю историю участия нашего выставка, то можно, те люди, которые сидят за нашей компанией, те знают, что мы каждый год всегда привозим что-то новое. Либо это будет новый процесс, о котором мы рассказываем, либо это будет новая машина, которую мы сделали, либо решение новое, что тоже немаловажно. Технологам интересно всегда об этом узнать. Ну, например, на этой выставке действительно новым оборудованием можно считать наш проект совместно с компанией «Диполь». Это новая установка отмывки собранных печатных плат, которую мы сделали сообща. Мы являлись производителями и разработчиками этой машины, а с технологией нам помогала компания «Диполь». Вот это то новое, что появилось в 2021 году. Да, очень довольна. Я еще раз повторю, что я не ожидала, что к нам приедет и Красноярск, и Екатеринбург, и Томск. Я не думала, что люди вот в это такое сложное время, после вот того, что мы все пережили, найдут в себе силы сесть в самолет и приехать в Москву, которая всегда была центром вот всех наших вот этих историй. Очень довольна. Несмотря на то, что у нас очень маленький рынок производителей печатных плат, это наша целевая аудитория, мы очень рады тому, что все-таки охват такой очень серьезный. Все, значит, знали, все ждали этого события, все получили приглашение, всем было интересно. Я вижу о том, как программа деловая устроена, я вижу, что это такое постоянное движение. Наверное, так и должна вот выглядеть вот эта работа. Вот эти 3 дня, которые должны быть максимально насыщены встречами, переговорами, какими-то диалогами, обменом мнениями. Вот это то, зачем мы сюда едем. Мы поговорить можем отдельно и по телефону, да? А вот когда мы имеем возможность общаться и обсуждать, это, конечно, дорогого стоит. Экспоэлектроника для нас – это праздник,
это теплое общение в дружеской атмосфере. Для нас это новые возможности, для нас это интересные встречи, и для нас это деловая площадка.